Всем привет, уважаемые зрители, с вами как всегда Кофе и, конечно же, Варпач, и сегодня у нас будет очередная битва построек скрэп-механики. Да, всем здорово, чуваки! И мы, ребята, решили вас сегодня реально удивить, потому что то, что будет сегодня, у нас еще никогда такого не было. Ну и мы узнали про это вообще только вот впервые. В общем, смотрите, сегодня мы будем строить огромные такие машины на реально здоровых колесах. Вот смотрите, просто я вам сейчас колесо это здоровое покажу, и чисто давайте сравним. Вот это, видите, маленькое такое колесо, да? А теперь я поставлю большое. Опа! Колесо нормального человека и колесо курильщика. Это просто, да, знаешь, серьезно, мемчик просто такой. Ребят, ну посмотрите на размер вот этого колеса. Это разве нормально? Это нормально? Это нифига не нормально, понимаете? У нас куча колес вот таких вот здоровых. Но, конечно же, машину мы будем строить. Это даже Бигфут какой-то у нас получится. Именно вот на таких вот здоровых таких вот колесах. И, ребята, надеюсь, вам это понравится. Но, знаете, когда мы это все увидели, мы были в таком просто восторге, что, ну, серьезно, ребят, такое просто... Да, это было просто супер, ребят. Это будет не маленькие, это будет реально здоровые колесища. Да, ну чё, Кирюх, давай тогда не будем тянуть кота за яйца и приступим уже к нашим постройкам. Ты готов? Да, я готов, давай не будем никого тянуть. Ну всё, погнали! Гоу, гоу, погнали! Ну и мы, ребята, закончили с нашими такими прям громоздкими постройками. У меня реально получилось что-то такое прям очень-очень большое. Я уже даже по гудку Кирилла слышу, что у него тоже что-то такое крутое. Кирюха, послушай мой. Слышал, да? Слышал, да? Ну ладно. Мощное такое. Все, давай выйдем и покажем, короче, друг другу то, что мы сейчас построили. Это что у тебя такое? Подожди, ты что, БелАЗ построил? Да ладно! Да. Подожди, я как в Терминаторе, I'm back. Я хочу выйти и просто посмотреть, что ты такое сделал. Это жесть. Знаешь, вот передняя твоя часть вообще на орган какой-то похожа, я не знаю. Да, музыкальный, да, да, есть такой инструмент. Это как бы выхлопные трубы, там все такое. Не, ну блин, слушай, это как вообще здоровая постройка. Ну-ка, а, блин. У меня даже каркас, если ты посмотришь вниз, у меня каркас желтым цветом выделен. Офигеть. Вот ребят, не, ну знаете, вот для человека, который буквально второй или третий раз играет в скрэп-механик. Второй раз я играю в скрэп-механик. Построить такое, это реально круто. Кирюх, я вот прям респект, уважуха, все дела. Ну реально очень... Ты знаешь, спасибо. Что мне нравится, как наш ППС просто падает. Да, ну да, а теперь взгляни на мою. Короче, я сделал что-то типа такого спорткара, да, у то есть даже прям супер. Видно такой гоночный болид со спойлером, да, здоровыми вот, со шипами. Спойлером, шипы такие прям здоровые, знаешь, вот мне кажется, если наступит какой-нибудь зомби-апокалипсис, то моя машина, на ней просто можно будет выживать. Мои колеса, по крайней мере, они чисто созданы для вот таких вот условий выживания. Вот, ну что, может, давай прокатимся, а? Давай прокатимся, посмотрим, что можно так вот
залазить немножко сложненько, но ничего, я залезу. Да, залазить, конечно, ребята, сложновато, но знаешь, что я хочу? Вот там впереди машина, которую я специально поставил, я хочу прям ее как-нибудь переехать вот так вот. Получится, не получится? О, 19 FPS, ребята, сразу! Блин, слушай, ну даже переехать не получилось, смотри, я застрял. О, смотри, как застрял! Давай, Кирюха, потом, тут твоя помощь, тут... Да, чё, погнали, может быть, просто покатаемся на вот таких вот, ребята, крутых... аккуратно! Не, даже ну, блин, музычка слушай, такая в игре заиграла, мне якобы, очень нравится. В open world. Мне очень нравятся вот эти машины, ребята, серьезно говорю. Вот эти огромные колеса, это реально очень круто. Это топчик, реально, у меня похоже на здоровенную машину, реально, мы вот прям серьезно вам говорю, мы не сговаривались, не смотрели, кто что построил, ну так получилось, что он построил гоночную, а я построил какую-то Я вообще думал, что Кирилл будет строить машину тоже на таких же колесах, как и я сейчас строил, да, то есть на чуть побольших размеров, а потом, значит, смотрю сейчас, и он на такой выезжает, просто на Белазике таком, а? Не, ну да. круто, на самом деле. Изначально я сам не знал, как будет выглядеть моя машина. Сначала начинал все с каркаса, строил. Сейчас FPS будет жестко просела, смотри. 20 FPS. На удивление, кстати, оно дальше не просело больше. Оп. Я думал, что оно куда гораздо больше просядет. Ну, блин, ребята, согласитесь, что вот это очень круто смотрится, во-первых, да. Во-вторых, это что-то новое в скрипт-механике. Жалко, конечно, что сама игра не поддерживает это немножко. И возникает очень много проблем, когда мы начинаем делать что-то... Подожди, а что там такое стоит? Так. Это что за мухомор там растет? Подожди, это что такое? О, подожди, я тоже вижу этот мухомор. What the fuck, ребят, мы этого не ставили на сервере, понимаете? Что это такое? Это гриб какой-то. Просто мухомор, который здесь растет. Так, подожди, мне очень интересно, что это такое. Блин, ну мы так, это не ставили же, а? Подожди, я хочу зайти внутрь. Оп. Это, братан, ты понимаешь, это просто какой-то гриб. Это просто какой-то гриб. И все, то есть смотри. Лол. Я посмотрю, сейчас, секундочку. Знаешь, что я хочу сделать? Я тут пытаюсь выбраться из деревьев. Я, конечно, не знаю, получится замутить такую штуку или нет. Ну-ка, если сделать как-нибудь... Вот так вот, сейчас проведу, может быть, как-нибудь вот так вот линию. И вот как-нибудь вот так вот, короче, теперь поставишь что просто на свою делаешь? Машину. А ты сейчас увидишь. Так, только, блин, как мне это сделать? Так, ну у меня она не совсем поворотливая, но потому что машина сама по себе большая. Ну да, я понимаю, Кирилл, да, это понятное дело, тогда. Но все равно у тебя очень даже круто получилось. Блин, откуда здесь вырос гриб? Мне вот реально это интересно. Вроде бы никто на наш сервер не захотел, там ничего такого не было. А там причем построенный, я так вижу, гриб, да? Ну, походу, да. Он не просто вырос, он был построен. Так это вообще бред какой-то, ребят, серьезно. Ну, мы вот отвечая просто, что мы играли и все, и никаких этих не создавали особо. Слушай. И чтобы гриб, может, он вырос тут, а? Может быть, это как-то на сервере? Ребят, напишите в комментариях, может быть, он как-то на сервере поставит. Да не, на сервере он, не. Это ты чё, это бред вообще какой-то, я не знаю. Так, Кирюха, можешь мне поставить, короче, тут подъемник, и чтоб я залез наверх? Да, без проблем. Держи. Я просто хочу, короче, гриф поставить на свою тачку. На самый верх. Так, а можешь поднять его теперь? Кирюх, подними подъемник. Да. Ай, упал! Ну, опусти, подними. Так, давай. Блин, мне просто реально интересно, моя машина хотя бы поедет. Бигфут мой такой здоровый. Так, а он не ставится. Давай посмотрим. А, не ставится. Не ставится? Не-не-не, не ставится. Он типа большой. О, во! Что? О, 18 FPS, братан. Что это за гриб? Это просто домик какой-то, понимаешь, в виде гриба. Да, я вижу. Подожди, а спереди это как смотрится? Причем я еду, понимаешь? Причем я еду. Как пушка какая-то. Ребят, это вообще бред какой-то. Не, ну нафиг мне это дело. Я лучше это уберу, серьезно. Так, ну, короче, давайте сейчас поставим пока что на паузу. Вернемся обратно и что-нибудь еще такое прикольненькое придумаем. Короче, вот мы и вернулись обратно на нашу базу. И возникла такая идейка. Устроить что-то такое, типа, небольшой гонки. То есть Кирюха будет у нас на Белазе таком здоровом. Я буду вот на таком вот гоночном болиде, да? И вот нам нужно будет доехать до конца этой трассы, правда, она не такая здоровая, да, и такая длинная, но мне кажется, нам этого хватит. И вдобавок мы сейчас поставим кучу-кучу реактивных двигателей, то есть не один, не два, не три, не четыре, а там штук 10, 15, 16, хотя у Кирюхи там и так больше. Давайте я просто покажу, сколько у него там. Вон, видите, я просто соединение твоих, Кирюх, показываю, их там реально очень-очень много. А вот куда свои поставить реактивные двигатели, я пока, ну, вроде есть вот идейка, вот можно сюда закинуть, вот так вот. И вроде а сразу будет... несколько нельзя брать? Можно. Так. Ну, в смысле, кого? А, соединений нет, только по одному. К сожалению, понял. Да, Кирюха.
О, блин, ну круто, круто смотрится на самом деле. Мне прям, ребят, очень это нравится. Ну-ка, давайте с этой стороны тоже так же сделаем, чтобы было у нас все симметрично. И надо будет еще все реактивные двигатели поставить просто на максимум. То есть, ой, на максимум, это будет вообще жесть. Это будет, ребята, что-то с чем-то. Мне кажется, что наши просто вот такие вот здоровенные постройки, они просто улетят в космос, и все. И больше не вернутся. А такое у меня уже было. Так, ну, вроде бы, знаешь, мне кажется, вот столько такого количества ускорения мне реально хватит. Так, давайте подсоединяем. Ох, ё-моё, я прям реально боюсь. Я просто... на максимум каждый, да? Да, будем стараться ставить каждый на максимум. Это ставим так, это ставим так. Это блин, жесть. Ну... Ребят, ну, пишите вообще в комментариях. А, категорически, да. В общем, ребята, пишите еще в комментариях, понравилась ли вам вот такая вот задумка с такими огромными колесами. Можно будет замутить что-то еще типа дерби такого, да, то есть вот прям на таких здоровых колесах огромных. И если вам, конечно же, вы одобряете эту идею, то ставьте лайки и, конечно же, оставьте, ну, пишите про это в комментариях, потому что нам в первую очередь важно ваше мнение. Так, здесь мы, значит, делаем вот так вот, вот так вот. Ну, я, по идее, все соединения уже, точнее, реактивные двигатели соединил. То есть у меня сколько? 4. Тут у меня 9, 13. И еще у меня 4, получается. 17 у меня ускорительных этих движков, понимаешь? А у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 3 на 6, 18. 19, 20, 21, 22. Ты че? 23, 24, 25, 26, 27. Да ладно! 28, 29, 30, 31, 32 ускорителя. Ты серьезно? Ты вот сейчас шутишь или нет? Серьезно, 32 ускорителя. Ты, братан, вообще там, ты вообще далеко-далеко захотел улететь или что? Я, наверное, вообще на Луну сразу полечу. Ребята, мне кажется, что у меня просто даже шансов нету с Кириллом, потому что, ну, точнее, против него. Он сейчас как возьмет, улетит и все, а я даже до него не доеду. У него почти в два... Это БелАЗ. Это БелАЗ, это мощный БелАЗ, понимаешь? Это БелАЗ, детка, знаешь, так и надо. Два раза больше у тебя ускорительных движков сейчас будет, понимаешь? Хотя я тоже могу сейчас что-нибудь такое попридумывать, куда их тоже можно... Ну, куда-ка я посмотрю, куда я, ты я уже каждый ускорил. Подожди, а куда ты их здесь поставил-то вообще? А ты посмотри, вон они, у меня прям под капотом не стоят. Ну, точнее, как там, просто, одним капотом. Ребят, ну это жесть. Это просто жесть. Это не машина, а машина-убийца какая-то. Это прям... зверь, ты соединений мог, посмотри, сколько. Это жесть, зелененьких сколько. Я вижу, что соединений много, но, братан, ты реально что-то перемудрил. Так, что бы мне еще такого тоже прикольного бы добавить, я серьезно не знаю. Было бы круто, если бы наши еще такие постройки чисто трансформировали, знаешь, во что-нибудь такое летающее. Да, и мы, да, могли, да, знаешь, прям летать, ребят, это было бы реально круто. Но у нас, к сожалению, фантазия не такая прям глобальная, такая здоровая, да, поэтому что построить... Да я даже такое строить-то не умею. Вот тем более, просто понимаете, ребят, это реально сложно. Так, давайте здесь еще поставим вот так вот. Я тут так вот этот косячок уберу. Красненьким. Ну, Кирилл, смотри, я еще добавил два реактивных двигателя, что у меня их было ровно 20 штук. И я, по идее, сейчас уже буду готов. Ты как там? Я тоже, я вообще готов. Ну что, давай тогда смотри, короче, как-нибудь попробуем. Давай пока не будем ехать вообще никак, да? То есть пока просто стоим ровно. Подожди, вот надо так забраться вот как-то сначала туда. У меня забираться вот с платформы можно вот так вот. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую, как забираться. Небольшой лайфхак, да, для этого? Небольшой лайфхак. Подходим сюда, вот к этой дырочке, и опускаем. И вот, и мы в кабине. Подожди, надо прыгнуть. А, что-то я прыгнуть не могу. Нет, так, подожди, ну что, давай, все, я, короче, сажусь за свой такой вот гоночный спорткар, супер даже кар. Теперь уж точно суперкар с такими ускорителями. Вот, и у тебя, надо, знаешь... Как-то платформу надо убрать, как это сделать? Давай я пойду уберу. Знаешь, у давай, тебя, Кирюха, тоже уже не просто БелАЗ, а супер БелАЗ. А как дело у тебя-то стоит? Он подними, вон вниз. А я его поднять, походу... А, блин, а как я... А, я могу поднять, всё, точно. А вот я уберу. Все, давай, я убрал, и надеюсь, ты готов, братан, потому что я тоже готов. И давай, на счет 3 мы выезжаем. Раз. Подожди. Подожди, не, я просто под линию, чтобы окей, вот так вот. Окей. О, четко подъехал, четко. Ай, блин, понимаешь, я легонечко просто на W нажимаю и все. Так, ну готов, все, да? Я готов, да. Давай, раз, просто доезжаем до конца. Хотя бы до конца. Давай, раз, два, три. Какого фига у меня колеса в разную сторону? Братан, что за фигня? Я, короче, доехать не смог, знаешь почему? Посмотри почему? Просто на мои колеса. Вы понимаете, то, что я сейчас все строю, это все просто вот в никуда. Смотри, короче, а как только у тебя я... с колесами? Они, короче, как-то странно у меня начали себя вести. То есть, смотри, видимо, из-за огромного ускорения, видишь, они сразу в эти стороны начинают. Вон оно что. Да, у меня же нет такого, скажем, опыта, да, как у тебя. И чисто из-за этого, короче, оп, видишь, у меня сразу колеса, но они как-то странно себя ведут, в общем, блин, а как исправить это, я сейчас, честно говоря, хз. Придумал! Так, смотри, по идее... У-у-у! Воу!
Бам! Ну и скорость у меня, конечно, она набирает. Вообще просто жуть, жесть и... Офигеть. Так, подожди. Вот так вот. И здесь нужно то же самое сделать с этой стороны. Так, делаем вот так вот. Нет. Блин, я запутался, мама мия! Так, а чё? Оп, назад отъезжаем. Вот так вот надо делать, все. И, короче, вот так вот мы делаем. Сейчас, возможно, я не знаю, правда, правильно я делаю или нет, но, по-моему, такая система должна работать. Так, вот теперь, Кирюх, давай попробуем. Ну-ка. Давай, надо отъехать. О, все, смотри, получается, да. Только у меня, вот, вроде потихоньку разворачивается, смотри. У меня разгоняется очень быстро, вообще просто жесть. Блин, я не могу, блин, я хотел доехать до самого конца, в итоге у меня теперь колеса не могут нормально повернуть из-за этой штуки, которую я поставил. И все. И у меня они особо сильно не поворачивают, потому что у меня мешает корпус сам машины. А давай просто сделаем такой чисто драг рейсинг. Короче, давай. Поставим. То есть без всяких поворотов, кто доезжает первый, короче, у нас до финишной прямой, ребята, то есть вот до этих бочек, которые стоят вот там вот сзади, тот и побеждает сегодня вот такой вот дуэли, придуманной только что. Так, давай. Не той стороной поставил. Я назад отъезжаю. Давай, да ты можешь просто взять, короче, машину и добежать просто вот как я мне сделал. Потом залазить тяжелее в них. Понял, да, у тебя да. Там сложно с этим все понять. У меня целая схема. Так, чтобы еще придумать открывающиеся двери, да. Ну, было это бы было бы прикольно, да, но никто не сделал этого. Ну что, Георг, давай построимся вот по этой линии такой вот, да, скажем, вот по... Вот это желтый, видишь, таких вот шлангов, которые да, стоят? Да, вижу. Так, сейчас я чуть... Оп, аккуратно, Сейчас, вот так, подожди. Оп, вот, по-моему, всё, прям стою. Все, давай, готов, кровь. Да? Давай, да. Чисто по прямой, на счет три. Раз, два, три! Не-н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 е! Слушай, Кирилл, ты выиграл! Я не знаю, как... Я еще и застрял и перевернулся, как ты мог, подожди, как ты там так застрял-то, я не понимаю. У меня фара, короче, разбилась, и фара подняла тачку. Что это такое? Смотри на это. Да я вижу, это как... Вот понимаете, ребят, сколько весит БелАЗ? Вот одно только его колесо весит несколько тонн. Ой, жесть. А тут просто он застрял на каких-то картонных коробках, вы понимаете? Это бред какой-то, серьезно. Слушай, она снизу эстетично смотрится, мне нравится, какая неплохая машина, в принципе, все круто. Блин, ребят, ну короче, вот такая вот серия у нас сегодня получается. Кирилл у нас застрял на картоновых вот таких вот коробках, да. Вот, и мы провели вот такие вот сегодня гонки. Надеюсь, вам понравилась серия, вы поставили лайк, подписались на все наши каналы. Ну и, конечно же, можете предложить идею для следующего ролика, написав в комментариях. Вот, ну а на сегодня все, с вами были, как всегда, Кофе и Варпач. Всем пока-пока! Всем удачи и всем пока, друзья! У-у-у!